Дорогие друзья, сегодня опять репортаж у нас нашего любимого кафе. До этого мы вышли из гостиницы, я решила, что нам надо поесть. Мы сходили вкусно поели, об этом отдельное видео, чуть-чуть там есть обрезок, отрывок, но на iPhone. Вот. Но эту милоту мы не могли не заснять. Милота заключается в том, что обычно местный очень слабый американо, мне уже, он привык, этот мальчик, он тот мальчик, который заказывает, он сейчас не мелькает, а потом покажу, делает в два раза крепче обычного, подстраиваясь под мой вкус. Но сегодня собис, так называемая, а услуга дополнительная, превзошла всем наши ожидания, и он принес второй стаканчик с чистым эспрессо, чтобы мы добавили на свой вкус покрепче. Крепче. Да. Это было замечательно. Вот такой вот я вот милоты еще не... Хочу снять это кафе снаружи. Корен десерт кафе. В общем, вот так вот он называется. Очень люблю это кафе. Нашли мы эту сану. Силиоам. Вон она виднеется. Красная вывеска наверху. Это обратная сторона Lotte Outlet. Либо Lotte Mart. То есть мы перешли на другую сторону. Здесь опять продают часы. Шанель там с бриллиантами. Черный этот можно купить. Керамические, знаешь, знаменитые. Шанель, часы Шанель. Отлично. Помодничать где-нибудь потом, пока бриллианты не отпадут. Съемку веду с очень тяжелых, в очень тяжелых условиях, невероятно. Это, короче, комната. Камни просто. Да ты меня там трогаешь, боже мой, я думаю, кто меня трогает. Камни просто рассыпались по всем периметру. На потолке тоже, но защитная сетка есть. В общем, жарко невероятно. Это кошмар. Лежишь на горячих камнях без всякого покрытия. Покрытие нету. Они действительно горячие, но по ним ходить, это как 37-градусную жару на раскаленном пляже по песку. Я понимаю, я имею в виду сравнивать, как видишь, жара такая под 40. Да. Невозможно по песку ходить, до моря несешься, потому что пятки обжигают. Вот здесь такая же фигня. Просто вот положить руку, больно. Да. А вот лежишь вот в этих вот достаточно плотных, это хлопчатка, да? Ну, она тебе бывалая. Я все, я выхожу. Мои ноги лежат тоже в этой деревянной подушке. Потому что их положить на эти камни не обмажу. У тебя есть радикулит? У меня нет радикулита, я пойду. Нет, ее кто-то зовет. Да, я позвоню. Я побежала, боже. Твою мать. Это было больно. О, какая прохлада. Хорошо. Мы выдержали это. Идем дальше. Пойду в прохладную комнату. Не в ледяную, но где-то вот 22 градуса. Они коричневые, белок, они вкуса не имеют характерный, вот прям
Только в Корее такие есть яйца. С китайскими вот этими вот черными яйцами, конечно, не сравнить. Другое. Все по-разному получается. Три яйца стоят 2000 вон. У меня на полы кофе. А, да? Тогда я расскажу свои впечатления о этом чуть-чуть. Кофе там чуть-чуть, да? Тут действительно старенькое. Нет. Но это же здесь все хорошо вообще. Короче. Не ходите в Dragon's Fuse. Это не чимчужбан, как это харин. Вот настоящий чимчужбан именно в корейском стиле все сделано, да? Никаких тут придумок вот этих вот заморочек, типа там фараоны. С разных стран, да, фараоны там, водопады, да, всякие вот эти вот фигни, искусственных этих роз каких-то, ни черта тут вот этого нету. Чисто корейский чимчужбан. Зала, где вот просто отдыхают вот эти большие именно стволы от деревьев, как они называются, брёвна, господи. Вот. Самым выполненным именно вот чисто традиционные все вот это вот и цвета, и двери, и вот эти окна, все чисто в корейском стиле. Что мне здесь понравилось? Во-первых, помывочно меньше, чем Dragon Hills, но намного она светлее и чище, она опрятная. Да, она не новая. Там где-то там есть, где-то штукатурочка отпала, но это все не имеет такого запущения, вида запущения, как в Dragon Hills. Там конкретно какая-то вот мне показалась. Крокодил. Ага, помойка какая-то, если честно. Потому что там стоки эти не чищенные. Что-то там в бассейне со спущенной водой, это вот все как-то отвратно смотрится, если честно. Ну, как-то вечно вот этот вот пар, никуда не деющийся, плохо работает вентиляция. Сверху на тебя капает конденсат. Здесь ничего такого нету. Какие отличия? Да, здесь малость неудобно, то что простой ключик, а не магнитный. И на него не пикает, да, с него не считывается. Обычно, допустим, в Японии и Dragon Hills магнитный номерок, при входе ставишь свои обувки там отдельно, и с этим же номерком, который ты берешь на обувной вот этой кабинке, и уже по номеру идешь в раздевалку и воспользуешься своей шкафчиком. И после этого ты можешь ходить где угодно, и тебе просто считывают с твоего номерка. Потом при выходе ты расплачиваешься все вместе, да?